В последних обновлениях Survarium добавлена возможность масштабирования, проведена корректировка баланса оружия и экипировки, а также анонсирован осенний сезон лиг. Подробный обзор изменений смотрите далее. В обновлении 0.31e добавлено масштабирование разрешения. Это нововведение повысит производительность игры на слабых компьютерах. Наряду с исправлением ошибок, основной задачей обновления 0.32 является улучшение баланса оружия и экипировки. Сейчас у некоторых моделей оружия настолько хорошие показатели, что они доминируют не только на своем, но и на следующем уровне экипировки. Эти изменения затронут почти все оружие. Отдача оружия была переработана. Горизонтальная отдача уменьшена, а вертикальная, наоборот, увеличена. Подверглась изменениям и низкоуровневая экипировка. Разница между характеристиками бронежилетов начальных уровней существенно уменьшена. С версией 0.32 в Survarium стартует осенний сезон лиг. Игрокам предстоят напряженные битвы за позиции и призы в одной из шести представленных лиг. Обращаем внимание, что лиги — это в первую очередь сложное состязание, а не способ быстро прокачаться и заработать игровую валюту. Правила были доработаны, исходя из опыта прошлых сезонов. Теперь, продвигаясь в лигах, вы сразу будете получать награду. По окончанию сезона участники получат дополнительные призы за все пройденные лиги. Мы рассказали лишь о некоторых изменениях обновления 0.32. С подробным списком вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке, указанной в описании к видео. На этом все. Спасибо за просмотр. Увидимся на полях сражений Survarium.